Welcome and congratulations to the winners of the Pursuit Man, Dmitry Maleshko, Russia, first, second, Evgeny Garanichev, Russia, and third, Andrei Morovec, Czech Republic. Dmitry, actually a hat-trick in Overhof, three starts, three wins. Have you ever thought about one win before coming to Overhof? Поздравляю, Дмитрий. Хат-трик в Оберхофе. Три старта, три победы. Вы об этом думали, даже хотя бы одна победа перед тем, когда вы приехали сюда? Именно о победе не думал, но, наверное, наша эстафета и дала такой серьезный разгон, серьезную мотивацию на дальнейшие старты. Вот. Ну и когда все так сложилось хорошо в спринте, хотя и самочувствие было для меня, наверное, тяжеловатым. Вот. Но все-таки, наверное, держал эти мысли в голове о еще одной победе. Well, no, before I came, I did not think about winning, but once we won with the relay, I mean, I was hoping we would win with the relay, and once we won there, it gave me a lot of confidence, and the sprint was great. And I managed to keep my confidence for the pursuit today. So yeah, somewhere deep inside you hope you would win, but yeah, this is amazing. Do you think you can repeat some of this magic in Ruhpolding and the World Championships? Вы считаете, что вы можете повторить такая магия в Ruhpoldingе и на чемпионате мира? Ну, на чемпионат мира пока я не заглядываю, еще впереди ни один старт и ни один сбор. Вот. Но что касается Ruhpoldinga, довольно-таки скоро уже будет там спринт и масс-старт, где, наверное, после сегодняшних выступлений мы будем уже бежать на позитиве, и это, несомненно, даст результат. Yeah, it's a bit too early to look forward to the World Championships, but looking at Ruhpolding, yeah, for the there's a sprint, there's a mass start, and yes, of course, I'm looking forward to that. And the main thing is that I'm on this high note, very positive, and I want to keep that. Great running time, great shooting. Could it be better? Sometimes Ola Einar Bjørndalen is talking about the perfect competition. This was one. Прекрасная стрельба, прекрасный бег. Оля Айнер Бьёрндал иногда говорит про отличный компетицию, что без ошибок. Сегодня это был такой для вас? Да, сегодня, я уже повторюсь, была первая моя стрельба, когда я отработал 4 рубежа на 0. Вот. Раньше мне этого не получалось, всегда допускал промахи. Сегодня, независимо от погоды, от тумана, да, я все-таки справился со стрельбой идеально, и по времени это было очень быстро, как мне говорят. Вот. Поэтому, безусловно, я доволен. Сегодня все слилось в одну, наверное, большую удачу. Yeah, no, it's for the first time for me. I shoot clean in all four of them, and on top of that, I was being told I was shooting very fast. So yes, I mean, and I ran well. So yes, this is probably the best race I've ever ran, and yeah, it's amazing. I'm happy. Evgeny, great week also for you. Any time for a party now? Evgeny, и тоже для вас прекрасно. World Cup в Оберхофе. Сейчас пора вечеринка. Ну да, этап тоже здесь в Оберхофе сложился хорошо. В эстафете мы выиграли команды, и две гонки последующие были вторые места. Я доволен, и можно так немножко все равно расслабиться до Ruhpoldinga, но не сильно расслабиться. Yeah, no, it's been an amazing week here in Oberhof. I mean, we won with the Russian team and then two second places, so that's amazing. So yeah, I think I'll relax a bit, but yeah, not too much relaxing because in next week we're in Ruhpolding already. With this success, do you feel less pressure from Russian public and media and from home as Sochi approaches? С этим успехом
у вас немножко снимается этот напряжение или стресс, который вы можете получать от русской публики, от СМИ, от домашний фронт, как поскольку мы приближаемся к Сочи. Ну да, болельщиков и, думаю, телезрители, и все болеют, и в особой частности у меня болеют дома родители, и мне вчера тоже сообщили, что вся Тюмень, где я сейчас проживаю и бегаю, она болеет за меня. Вот. Ну, все болеют, все надеются, все там привет большие передают. И здесь, конечно, публика болеет везде, на каждом чуть ли не метре, наверное, слышно русские голоса. То есть это очень здорово, поддерживают, что так хорошо. А на что-то напряжение у вас меньше или... Ну, напряжение, конечно, меньше, это все равно дается, когда лучшие ступени, и напряжение уже спадает, что можно хорошо бороться с такими сильными соперниками, как Мартан Фуркат, Эмиль Хегли Свенсон, Тари Белл, ну, все, которые вышеперечисленные, уверенности дает в себе борьба эта. Yeah, no, it's great, of course, for the fans in Russia, and also for my people at home. For example, I was speaking yesterday with my parents, and they've told me that my whole home city of Tumen, that everyone is watching the race, and people are really happy and cheering, and yeah, that's great, of course, and of course that takes away a bit of the pressure. And If you can put these results and you see that you can beat a guy like Martin Fourcade, a guy like Emil Hegels-Fensen, of course it gives you lots of confidence in yourself. So yeah, maybe I have a bit less pressure and more confidence. Andre, the same as Dimitri told us just now, for you it's the first time you should clean in a four-stage shooting competition. How do you feel about that? Yes, it's my first clean shooting. It's perfect. I'm really glad that I do this, and in this condition in Oberhof, it's especially good because it's not so easy to shoot zero here. But today was much easier than in sprint or in relay. But I'm happy. It's good for me that I know that I'm capable to stay focused and shooting crunch. Good. It's also for you the second time this season to be on the podium. It seems that the World Championships is a big addition in motivation, especially for the Czech team. Do you think you can keep this motivation on this part, or which time you expect that the World Championships maybe becomes a burden with the pressure? Yes, this results, it's perfect, it's good motivation for World Championship, but you know, it's very difficult to stay on this level, in this top level, and World Championship is, I don't know, maybe 1 month, but I will try to stay on this level, and most important thing is health for me. And if I stay healthy, then I can do something like that. Do we have questions? No. Thank you very much.